На прошлой лекции мы с вами начали говорить о безошибочности Писания, и мы с вами обсудили, что мы с вами не подразумеваем под безошибочностью. И позвольте мне кратко повторить наши выводы. Мы не утверждаем, что все копии безошибочны, что все переводы Библии не содержат ошибок. Мы не говорим о том, что не может быть орфографических ошибок в оригинальных текстах. Но, конечно, если из этих ошибок меняется значение текста и получается уже не то, что автор намеревался сказать, то это уже другое дело, так как изменение значения текста — это уже серьезная ошибка в тексте. Но если такого изменения в значении не происходит, то мы не говорим о безупречной орфографии оригинальных текстов. И, конечно, мы не считаем ложь сатаны истиной. Мы не говорим об истинности предложений, которые являются восклицаниями, вопросами или повелением, потому что эти предложения в действительности не являются ни истинными, ни ложными. Мы защищаем вот что. Все, что Писание утверждает истинным, пускай даже напрямую об этом не говоря, и мы добавляем, при условии, что Писание надлежащим образом истолковано, то все это на самом деле истина. Что ж, мы также отметили, что было бы неплохо, если бы мы смогли найти некое определение безошибочности, которое не было бы предвзятым и не поддерживало бы искусственно чью-то точку зрения. И в конце прошлой лекции мы с вами подобное определение предложили, и мы с вами сказали, что все, что истинно, то и безошибочно, а то, что ложно, то ошибочно. Но, как я вам предложил в самом конце, это определение полезно, но оно не решает всех проблем, не отвечает на все вопросы, потому что нам нужно определить, что мы имеем в виду, когда говорим, что что-то истинно. И посему мы возвращаемся к тому, на чем остановились на прошлой лекции. И вам может казаться, что очень просто определить, что же на самом деле истинно. Но на самом деле это может оказаться сложнее, чем нам кажется на первый взгляд, потому что есть различные теории истины. И я не собираюсь их все перечислять, но позвольте мне хотя бы упомянуть несколько из этих теорий, которые используются наиболее часто, особенно в западной мысли. И первое — это корреспондентская теория истины, или теория соответствия. И она известна не только в западном мире, но эти две теории истины используются практически на каждом языке, куда бы вы в этом мире ни отправились. Итак, согласно теории соответствия, истинность некого предложения определяется взаимоотношением между языком и миром. И взаимоотношение, о котором мы говорим, это взаимоотношение соответствия. То есть все, что в Описании говорится истинным об этом мире, и если мы на самом деле проверим этот мир, то обнаружим, что на самом деле это истина, то есть есть соответствие. И, несомненно, теория соответствия наиболее популярна, чаще всего использовалась на протяжении веков истории. И я бы сказал, это та теория, которая лежит в основе обычного языка, когда мы беседуем друг с другом и просто упоминаем какой-то факт. Что мы на самом деле пытаемся сделать, так это попытаться сопоставить этот факт со словами, насколько нам это удается. Некоторые люди полагают, что теория соответствия замечательна, и было бы здорово, если бы было можно доказать свои убеждения на основании теории соответствия. Но из-за субъективности, из-за того, что наши органы чувств не всегда функционируют как должно, и из-за того, что наш разум не всегда рассуждает так, как должно, соответствие — это прекрасный идеал, но не всегда достижимый.
И как вы можете представить, философы спорят об этом немало. Но вы также можете подумать, если не теория соответствия, то что? Какой же теорией истины воспользоваться? Есть еще одна теория, используемая на протяжении веков. Эта теория известна как теория когерентности. И здесь, опять же, истинность описания понимается как отношение. Но в этом случае имеется в виду не отношение между языковым описанием и миром, но отношение между одним описанием и другим описанием. И согласно этой теории когерентности, набор утверждений можно считать истинным, вот с точки зрения когерентности, в том случае, если эти утверждения не противоречат друг другу. То есть концепция когерентности подразумевает отсутствие противоречий. Что ж, это все может казаться очень и очень полезным, и мы на прошлой неделе отметили с вами, что предложения, которые истинны с точки зрения соответствия, также будут когерентны с другими предложениями, которые также истинны с точки зрения теории соответствия. Но теория когерентности утверждает следующее, во всяком случае, те люди, которые ее придерживаются, это то, что мы на самом деле не знаем, что вот эти все предложения, которые согласуются друг с другом без противоречия, мы на самом деле не знаем, адекватно ли они отражают мир. Просто это то, что мы не можем постичь. Самое большее, что мы можем сказать, это то, что набор утверждений, которые мы рассматриваем, не содержит в себе внутренних противоречий. И вот на основании этого можем предположить их истинность. Что ж, это все может показаться достаточно хорошей теорией истины, но я хотел бы предположить следующее. Если это мы имеем в виду под истиной, то тогда нам придется встретиться с серьезными трудностями. И я могу продемонстрировать это для вас достаточно просто. И я сейчас это высвечу на доске. Вот здесь вы видите четыре разных предложения. Позвольте мне их быстро прочесть. Во-первых, здесь говорится, нынешний король Франции совершенно лысый, у него нет волос на голове. Далее второе предложение. Нынешний король Франции носит ночной колпак, чтобы голова не мерзла, когда он спит. Третье предложение. Нынешняя королева Франции поцеловала лысину на голове короля Франции. И, наконец, четвертое предложение. Королевский цирюльник подстриг волосы на голове нынешнего короля Франции, потому что волосы уже закрывали ему глаза. Когда вы рассмотрите все эти четыре предложения вместе, и если захотите ответить на вопрос, а истинны ли они с точки зрения теории когерентности, то что вы скажете? Нет. А почему нет? Король лысый, но при этом глаза у него закрыты волосами. Хорошо. Тогда с каким предложением проблема? С последним. С последним, правильно. Вернее, с последним или с тремя первыми. Правильно. Первые три предложения не содержат внутренних противоречий между собой. Не так ли? И как Линда уже сказала, проблема возникает с последним предложением. Крайне трудно согласовать, если король Франции совершенно лысый, и у него нет волос на голове, с тем, что цирюльник его подстригает, потому что у него волосы настолько длинные, что закрывают ему глаза. Но вот теперь, с точки зрения теории когерентности, можно сказать, что, скорее всего, первые три предложения истины, а четвертое предложение не истина. Но вот позвольте вас спросить, верны ли все ли эти предложения с точки зрения теории соответствия? Нет. А почему нет? Насколько я знаю, сейчас во Франции нет короля.
Совершенно точно, сейчас во Франции нет короля, а также и нет королевы Франции. Но что же нам это все говорит? Я не имею в виду политическое государство Франции, но что мы увидели здесь в этих предложениях? Мы увидели, что может быть набор неких утверждений, которые не противоречат друг другу. И это не должно нас удивлять, потому что есть много людей, умеющих мыслить логично, причем настолько хорошо, что избегать в своем мышлении убеждений, которые противоречат другим убеждениям. Но возможно иметь набор утверждений, абсолютно когерентных, не имеющих внутренних противоречий, но при этом ни одно из этих утверждений не будет соответствовать реальному миру. Поэтому, если теория когерентности та, которой мы будем придерживаться, когда говорим об истинности Библии, то что ж, я бы сказал, что этого недостаточно. Нам, конечно, хотелось бы думать, что Библия не противоречит сама себе, но также нам хотелось сказать больше, чем просто это, а не просто лишь то, что в ней написано, не противоречит другим истинам в ней написанным. Потому что если когерентность — это единственный критерий, по которому мы проверяем Библию, то может быть так, что в Библии содержится набор утверждений, не содержащих логических внутренних противоречий, и в то же время взгляд на мир будет совершенно неверным с точки зрения соответствия. А если так, то почему кто-то будет основывать что-то настолько важное и значимое, как вечность, свою судьбу, на книге, которая хоть и не содержит внутренних противоречий, но неверно отражает этот мир? Да, мы не будем жить в этих телах вечно, мы когда-то умрем. И в соответствии с Писанием, мы немедленно предстанем перед Богом, и затем нас ждет телесное воскресение, мы окажемся в прославленном теле. И если то, что я сейчас перечислил, не противоречит всему тому, что записано в Библии, но в то же время не является истинным, все, что мы сейчас сказали, с точки зрения теории соответствия, то получается, за истину мы выдаем лишь плод нашего воображения, когда говорим о небесах, о воскресении и так далее. И, конечно, так как люди считают, что это невозможно докопаться до истины с точки зрения теории соответствия, то они решают, что единственный путь определить истину — это проверить ее по теории когерентности. Есть еще один путь проверки истинности, который сегодня становится все более и более популярным. И этот подход чаще всего называется прагматическим подходом к определению истинности. Другими словами, это можно назвать прагматической теорией истины. И это будет третьей основной теорией истины. И согласно этой теории истины, конечно, было бы здорово определить что-то истинным с точки зрения теории соответствия. Но согласно этому подходу, это сделать невозможно. И самое лучшее, что мы можем сказать, это то, что наше утверждение доказало себя полезным в том или ином случае. Может, это все и соответствует реальности, но мы никогда об этом не узнаем. Что ж, так как многие люди скептически относятся к вопросу о том, можем ли мы или нет знать истинное положение вещей в этом мире, вспомните наш разговор на прошлой неделе об объективности и субъективности. Они считают, что прагматизм, полезность, это единственное, о чем можно что-то утверждать в вопросе об истине. Что ж, а если так,
то тогда у нас действительно проблема. Потому что если кто-то что-то находит полезным, то найдется другой, кто скажет, что ему это совершенно не полезно. И опять же, тот факт, что это кому-то полезным, не означает, что вы захотите на этом основывать свою вечную судьбу. И вы, быть может, думаете про себя, а можно все это как-то разрешить? Есть ли какая-либо библейская теория истины? Может быть, какая-то из этих трех, а может быть, совершенно отличная, иная теория истины, которой мы и будем придерживаться, будучи евангельскими христианами? Ну что ж, истина в том, что Писание не учит никакой теории истины, не говорит о том, что какая-то теория верна, и нас это не должно удивлять, потому что Писание — это не учебник по философии. Писание не претендует быть книгой, из которой мы узнаем, как определить, является некое предложение истинным или нет. Но я также не думаю, что нам стоит так быстро сдаваться, потому что даже если Библия не учит некой теории истины как самой правильной, тем не менее, я думаю, мы можем сказать, что есть некая теория истины, которая предполагается в Писании. Вы можете думать про себя, а почему все это так важно? Или вы можете думать еще более обще, а важно ли это вообще? И я бы предположил, что это очень важный вопрос, потому что если мы определяем безошибочность с точки зрения истины, если мы собираемся проверить Писание, действительно ли оно все истинно, то нам сначала нужно определиться, что мы имеем в виду под истиной. И более того, нам нужно определиться, какое было понимание истины у авторов Писания, написавших Библию. Потому что если у нас будет понимание истины отличное от их понимания истины, когда они писали Библию, то, конечно, мы придем к выводу, что в Библии много ошибок. Но это не будет справедливо. Ведь несправедливо судить о чем-то на основании стандарта, который мы придумали, а не который был изначально применим. Что ж, я думаю, вы все с этим согласитесь, но все же можете думать, как я уже об этом сказал немного ранее, о том, что ведь нет текста Библии, который раскрывал бы нам правильное понимание вопроса об истине. Итак, как же в этом разобраться? Что имели в виду авторы Писания? Что ж, я думаю, лучший путь — это прочитать их. И не нужно читать все, чтобы получить некое представление. Позвольте мне прочесть один текст, мы посмотрим, что там написано, и затем давайте спросим, что же нам пытается сказать автор, написавший этот текст? Пытается ли он нам сказать, чтобы мы согласовывали то, что он испытал, пережил, увидел, почувствовал? Или он пытается написать книгу, в которой все предложения, все утверждения согласуются друг с другом и не содержат внутренних противоречий, но он сам понятия не имеет, отражает ли это реальный мир или нет? Или он пытается просто написать книгу, в которой лишь содержится информация, которая была ему полезна. И если эта информация будет полезна вам, что ж, здорово, если нет, ну, ничего страшного. Забудьте, что он написал. Итак, вот этот текст. 1 Иоанна, 1 глава. С 1 стиха мы читаем о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Что ж, я думаю, что на этом можно остановиться. ТВ-семинары – благотворительный проект.
Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Когда Иоанн пишет, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о том возвещаем вам, о слове жизни. Что же Иоанн пытается донести до своих читателей? Ну, я поделюсь с вами тем, что мне на самом деле помогло. Может быть, это никогда не происходило, но, знаете, в моей жизни это принесло существенную пользу. Это пытается сказать Иоанн? Конечно, нет. Или Иоанн пытается сказать, ну, знаете, вот я кое-что вам хочу написать, и в том, что я напишу, нет никаких внутренних противоречий. Неужели это Иоанн пытается написать? А может быть, Иоанн с другой стороны говорит, есть нечто, о чем я хотел написать, и это об Иисусе. Есть нечто, и я знаю, что это истина на самом деле. Потому что я видел, я слышал, я осязал это. Вот почему Иоанн ссылается на эти свидетельства? Разве не пытается он убедить, что то, что он пишет, отражает истинную реальность, то, что произошло на самом деле? И мне совершенно ясно, что это именно так. И то, что делает здесь Иоанн, именно так поступали и другие авторы Писания. Они намеревались поведать нам о том, что на самом деле произошло, поведать о том, как на самом деле обстоят дела в этом мире. Хорошо, если то, о чем мы с вами говорим, это защита безошибочности Писания посредством истины, и под истиной мы понимаем истину по теории соответствия, то что же мы в конечном итоге скажем, когда применим это понятие к определению библейского понимания теории истины? И я просил вас прочитать статью, написанную несколько лет назад моим братом, «Значение безошибочности». И позвольте мне перефразировать то, что он написал, хотя я считаю, что сформулировать это лучше, чем это сделал он, трудно. Если следовать его подходу, вернее, его определению, то безошибочность Библии означает, что если все факты известны, и мы понимаем, что мы не знаем всех фактов на сегодняшний день, если все факты известны, то Библия, ее оригинальные рукописи, при условии, что они правильно истолкованы, окажутся истинными. Истину мы понимаем по теории соответствия. И все, что утверждается в Библии, вне зависимости от того, утверждаются ли какие-то факты истории, или науки, или доктрины, или практики, или чего бы то ни было. Итак, подумайте об этом. Это определение подразумевает, что в непрославленном теле мы не можем знать всего. Мы узнаем гораздо больше, когда попадем на небо. И здесь говорится, если все факты известны, и понятно, что все факты мы с вами узнаем, когда попадем на небо, но что-то мы можем знать уже сейчас. И вот при этом условии Библия в подлиннике и при условии правильного истолкования, а это означает, что мы не толкуем притчу как историческое повествование. И точно так же мы не толкуем историческое повествование, как если бы это была поэзия и так далее, и далее. Мы понимаем, что есть различные жанры. В случае правильного истолкования Библия окажется истинной с точки зрения теории соответствия во всем, что в ней утверждается,
вне зависимости от того, в какой сфере делается это утверждение, в сфере доктрин, в сфере истории, науки и так далее. Если Библия утверждает это как истинное, то по теории соответствия это будет истинным. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.